На конкурс дети читают стихи. Кименов Матвей, 5 лет, город Щелково. Стихотворение Эммы Машковской «Я маму мою обидел». Я маму мою обидел, теперь никогда-никогда из дома вместе не выйдем, не сходим с ней никуда. Она в окно не помашет, и я ей не помашу. Она ничего не расскажет, и я ей не расскажу. Возьму мешок за плечи, я хлеба кусок найду. Найду я палку покрепче, уйду в тайгу. Я буду ходить по следу, я буду искать руду. И через бурную реку строить мосты пойду. И буду я главный начальник, и буду я с братом. И буду всегда печальный и молчаливый такой. И вот пройдет, и вот будет вечер зимний, и вот пройдет много лет. И вот в самолет реактивный мама возьмет билет. И в день моего рождения тот самолет прилетит. И выйдет оттуда мама, и мама меня простит.